которые делают самостоятельно, без профессиональной помощи. Они предпочитают постоянно развиваться и познавать новое. Это корректные и утонченные преданные натуры, исключительно открытые и общительные личности. Эти люди притягательны для противоположного пола. Эти люди подают себя обществу только в лучшем свете. Они обладают острым умом и практичностью. Не любят подчиняться, стараются поставить всех на место. Они не склонны выделять фаворитов или любимчиков. Вдохновляют своим примером окружающих. Редко останавливаются на одном вузе. Учение для них свет. Это упорные, амбициозные и развитые личности. Они стремятся получить хорошее образование и опыт. Они тщательно следят за внешней привлекательностью. Они могут разобраться практически во всех направлениях. Из этих людей получаются хорошие семьянины. Они делают полученный результат более ценным для них. Это прекрасные собеседники и преданные люди. Требуют от партнера взаимности и уважения. Они умеют говорить правду, не задевая чувств других людей. Они сдержаны, строги, но при этом обаятельны. Эти люди добиваются поставленных целей любым способом. Они берутся за работу любой сложности. Они проявляют свои творческие способности в литературе. У них есть способности вести за собой толпы людей. Это самые жизнелюбивые люди на планете. Эти люди постоянно исследуют окружающий мир, обладают находчивостью и практическим подходом, берутся за работу любой сложности с легкостью. Это упорные, сильные личности с развитым интеллектом. Они грамотно используют любую информацию. Они охотно ездят на разные курсы и конференции. Они бегут от серости и обыденности, не любят сидеть дома, любят ярко одеваться, стараются быть в тренде. Этим людям многое удается с первой попытки. У этих людей мало фальши, лжи и предательства. Эти люди обладают от природы живым воображением, стремятся к финансовому благополучию и стабильности. Они обладают талантом убеждать, отказать им сложно. Они обладают острым умом и развитым интеллектом. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.